Mi piace con lei della flora. In altre città d'Europa tenerla da dietro e sbanfare l'aroma. Mentre cucina qualcosa di appetitoso. Bere, guardare dei documentari è sull'universo e su come funziona. È la via di Carlito, ma con un lieto fine. Come andare in paradiso, ma senza morire. È una rosa senza spine. Energie negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, Neri Neri, casini, problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltan quando siete, ti stanno addosso quando bevi. Habibi, Habibi, Habibi. Пока команда играет средненько. С учетом результатов в лиге они, скорее всего, останутся, но пока рано говорить о чем-то наверняка. Колман. Торрес Санс. Ушел мяч аут. Монтоливо.
Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Будет угловой. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. Монтоливо. Выбит мяч из штрафной. Агуэро. Гутьеррес. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Монтоливо. Джака. Джеро. Влад. Пас на фланге не доходит до адреса. Защитники на чеку. Ну, навешивай! Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Хорошо, мяч перехватили в атаке. Колман. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Попробуй, отними. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. И буквально подарил мяч сопернику. И разрезающий пас на ход. Джерард. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Ну, решай же! И не удается ему забить. Вот должен он был сейчас выводить команду вперед. Все для этого было сделано, но немного не повезло. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Агуэро. Подавай! Атака завершилась. Защита справилась на все. Пас вратарю. Болельщики недовольны. Агуэро! Угловой. Шанс выйти вперед. Вот это спасение! И прямо в центр штрафной мяч летит. Скидка, и мяч к партнеру должен прийти. Такие передачи придают атакам остроты. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Судья не преклонен. В такой ситуации желтая — это еще не самый худший вариант. Влад. Торрес Санс. При массированной обороне всегда легче и правильнее. Камачо Барнола. Есть гол. Счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Невероятной точностью удар головой. И гол. Мастерский гол. Мастерский. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Гутьеррес. Когда бьют с такой дистанции, сложно назвать это голевым моментом. Все верно. Края надо чаще задействовать. Пересек мяч боковую линию.
Успешно навязал борьбу, теперь придется... На грани офсайда хотел сыграть, не получилось. Мяч у соперника. Момент. Нет, офсайд. Мяч потерян. Офсайд этот, похоже. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Хороший пас во фланг. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Есть поддержка здесь. Монтоливо. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Блокирует удар игрок. Арбитр назначает угловой. Решили коротким пасом разыграть этот угловой они. Камачо Барнола. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Я добавляю 3 минуты. There will be a minimum of 3 minutes of Джака. Колман. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Хороший вынос мяча из штрафной. Заканчивается первый тайм 1-0. Вторая половина матча началась. Монтоливо. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Ди Мария. Он накручивает соперника. Пас на ход. Может быть интересно. Фантастической красоты мяч. Прицелился и пустил мяч по идеальной траектории. Ну а чему здесь удивляться? Умеет этот парень бить, и здесь, пожалуй, был наилучший вариант, который он выбрал. Снова равенство на табло 1-1. Торрес Сантос. Грамотный пас, все по делу. Влад. Монтоливо. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться.
Подача! Чей мяч будет? Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота, а жаль, было бы весело. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Легко и непринужденно проходит он оппонента. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Вперед игра идет, мяч у атакующей стороны. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Напрашивался этот пас, через центр сложно пройти. И спасает вратарь свою команду. А ведь этот парень уже забивал сегодня, кстати, мог и дубль сделать. Гутьеррес. И покидает мяч штрафную. Будет штрафной удар. Итак, планку судья обозначил. Сегодня можно и побороться в прямом смысле слова. Да, я бы сказал, что этот момент, например, тянул на желтую. В таких нерасторопных действиях гостей болельщики хозяев видят злой умысел и требуют от судьи принять меры. Если гости и дальше так будут оборонять ничью, судья вполне может усмотреть в этом задержку времени. Короткий пас тут. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? До вратаря этот мяч не доходит благодаря героическим усилиям защитника. Заброс вперед. К вратарю мяч прилетит, слишком сильная передача. Свисток, штрафной. Джерард. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. И есть поддержка у этой атаки. Нет, не дошел этот пас до адреса. Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар. У нас счет равный. Посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. В центр штрафной подан мяч с углового. И пробил игрок. Самый простой и надежный способ в такой ситуации – просто-напросто выбить мяч, и все. Хороший пас на ход. Как начнешь, так и закончишь. Первое касание подвело. От души по мячу он приложился. Камачо Барнола. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Неточная следует передача. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Желтая карточка, все по делу. Мяч уходит за боковую после этого паса. Пошли последние 15 минут. Влад. Ди Мария. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Не смог тут игрок мяч поднять, и навес не получился. Хороший вынос мяча из штрафной. Гутьеррес. Есть вариант развития атаки. Оставляет мяч. Штанга! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Можно сделать навес. Вроде все правильно исполнял, но чуть-чуть не рассчитал. Мяч попал в штангу, хотя шанс для того, чтобы выйти вперед, был отменный. Атака, стоп, мяч будет введен в игру ударом от ворот. Ну и вот желтая карточка, то есть горчишник. Первое и последнее, так скажем, китайское предупреждение.
Совсем мало времени до конца игры, а шансы на успех есть у обеих команд. Вот это матч! Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме. Ди Мари. И удар должен последовать! Камачо Барнола. Навешивает штрафную. Есть там кому сыграть. И выносит. Удар! Чуть-чуть точности этому удару не хватило. Да, мяч прошел совсем рядом со штангой. Хорошее ударное исполнение, но чуть-чуть не точно. Эта атака могла закончиться очень плохо для обороняющейся команды, но последняя передача не прошла. Неудача. Игрок все делал правильно, но мяч не пошел в ворота. Нужно искать новый вариант. Да, все вокруг да около. Нужно, конечно, прибавлять скорость. Колма. Монтолива. Хорошая возможность, чтобы украсть два дополнительных очка. Это удар! Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. И подача туда, в сторону ворот. Но это совсем мимо цели. Удары с лета получаются сильные и красивые, когда мяч хорошо ляжет на ногу. Здесь же явно не тот случай. Похоже, эта атака закончена. Мяч они... Отличный момент есть! И это гол! Ты смотри, что он творит! Красавец! Великолепно сыграл. И какая драма у нас на последних минутах. Похоже, он приносит победу своей команде. Тренера вы не видите. Он на бровке дает указания сейчас. Но с комментаторской мы все наблюдаем. Финальный свисток. Команда проиграла два последних матча. Похоже, есть проблемы с психологическим настроем. Посмотрим, смогут ли они превзойти себя и все изменить в следующей игре. Игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении друг. Ну, решай же! И не удается ему забить. Вот должен он был сейчас выводить. Агуэро! Угловой, шанс выйти вперед. Нарушение, безусловно, было, и что решит арбитр? Судья не преклонен. В такой ситуации желтая это. При массированной обороне всегда легче и правильнее. Камачо Барнола.
Он накручивает соперников. Пас на ход, может быть интересно. Фантастической красоты мяч. Прицелился и пустил мяч по идеальной траектории. Неточная следует передача. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Желтая карточка, все по делу. Навешивает штрафную, есть там кому сыграть. И выносит. Удар! Чуть-чуть точности этому удару не хватило. Да, мяч прошел совсем рядом со штангой. Хорошее ударное исполнение. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. И подача туда, в сторону ворот. Ну, это совсем мимо цели. Удары с лёта получаются сильные и красивые, когда мяч хорошо ляжет. Похоже, эта атака закончена, мяч они... Отличный момент есть! И это гол! Ты смотри, что он творит! Красавец! Великолепно сыграл! И какая драма у нас на последних...